А, добрый день, уважаемые блогеры. Ну вот идет пикет против принятия бюджета. Но чтобы вы знали, вот в пикетах здесь стоят профессора, министры бывшего Советского Союза, краевого правительства, секретари обкомов. Достаточно публика серьезная, поэтому, когда говорят, называют шариковыми, ну вы знаете, я не стал называть, так сказать, профессоров советских шариков, это совершенно глупо. Это стоят все такие люди, поэтому я, например, за честь считаю постоять с ними в пикетах. И они вот 20 лет как по команде выходят, как военные выходят. И та система управления, которая была, тот аппарат чиновников, который был в СССР, это был лучший из лучших. Поэтому вот мы 20 лет стоят, видите, больные, хромые, все, но стоят, потому что волнует страна. Волнует страна, отрасли и так далее. А это шпана, это уголовники и шпана. Там это сброд всяких собрали. Вот они принимают, что хотят. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.